тебя звати? Меня зовут Уля. А меня Соня. Гудиря Ваня. Гудиря Дима. Я захотела купить себе бутылочку. Мама мне купила, я ее выбрала. Ну и все. Честно говоря, я даже не надеялась, что мы можем выиграть велосипед. Так сразу он мне пришел, говорит, мы выиграли велосипед. Я говорю, да не может такого быть, это шутка. Он говорит, нет, это не шутка, это на самом деле все. Всегда отправляя смс-ку, думаешь, ну почему бы не я в этот раз, почему бы не мы. Но в этот раз тоже так отправили на удачу, и вот нам повезло. Ульяна сказала, что абсолютно необходимо участвовать в этом конкурсе, абсолютно. Я знал, что я выиграю. Того, что я счастливчик. Ходил за мной целый вечер и говорил, отправил папа смс, отправил смс. Мы покупаем морщинскую, у меня муж покупает морщинскую. Ребенок пьет, но она реально, она вкусная и хорошая вода. Девочки с ней ходят в школу, им удобно, они разливаются. Очень удобный формат именно морщинской спортик. Удобно ребенку в ручку ложиться, все. У нас всегда бутылочка в машине. У бокалонка мантику парфей, удобно носить. Вкусная вода, которая приносит здоровье. Желаем девочкам, которые участвуют в конкурсе, удачи, победы в конкурсе. Всегда верить в победу, всегда пробовать. Кто не пробует, тот не побеждает. Дед Мороз к вам раньше приходил, чем на Новый год. Участникам хочу пожелать счастья.